Важная роспись, практически трудовой, а пока целевой договор. 5 студентов политехнического вуза официально обещают прийти работать на Барнаульский патронный завод. Но сначала обучиться технологиям на специальной практике длиной в год-два. Чем займутся, уже знают. Как внедрить в производство какие-либо изменения, то есть касаемые изготовления патронов. Ну и также я, скорее всего, думаю, что изготовление каких-то там оснасток, приспособлений. И это не шутки. Алтайский технический университет получил поддержку образовательной специальной программы. В ее рамках для будущих кадров оборонно-промышленного комплекса на предприятиях организуют серьезную подготовку. Студенты сами совершенствуют технологии, корректируют пресс-формы и защищают разработки перед ученой комиссией. Но до этого тщательно изучают технику и возможности завода. Здесь механическая это обработка. В первую очередь нужно понимать, что происходит. Какой инструмент работает, что мы хотим получить, ориентироваться в программе. Спецобучение может длиться несколько лет, но за такую практику молодые люди получат настоящие навыки и даже зарплату. Сейчас на патронном заводе работает 26 студентов. Анастасия Драган, Илья Халяпин, «День с толком».